И всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня, ребята, я играю в Siren Head Simulator. Ребят, простите, что так громко. Ой, такое вот начало. Наконец-то я дошел до этого места. Что вы там нахуй? Ладно, ребят, не буду бешеным. Берем тишку. Ребят. Сиреноголовый где-то рядом, ребят. Так, значит, ребят, что мы берем? Берем это, берем это, берем это и обычную пистолет пока не берем. Ух, ребят, громко. Ребят, как вы думаете, здесь они? Ребят, я считаю, это не сиреноголовый. Покажу, давайте поговорим с вами по-нормальному, по-человечески. Вы вникаете на чужую границу. Прошу предъявить документики. Прошу документики предъявить. Нету документиков. Значит, переходим на обстрел. Я вам говорил, лучше предъявить документики. Вы не предъявили мне документики. Так что без документиков мы вас не пустим. Откройте ваши глазки. А, ребят, это еще нормально, ребят. И сейчас, ребят. Сейчас, ребят, я все, ребят, здесь помню. У меня хорошая координация. Ребят, вон там вот эти доллары хочу. Все, ребят, собрали. И фонарик. Черт. Только не за мной, только не за мной, только не за мной. Я, ребят, кажись, не за мной. Это хорошо. Ну, ребят, мы дошли. Один патрон на вас. Значит, ребят, нам надо вот... Это и это оружие, кажется, одинаково. АК-12 и АК-12. Да, ребят, это оружие одинаково, ребят. Это одинаковое оружие, поэтому я их, ребят, уберу! Thank you.
Бежим! Нам, ребят, сюда. Будем обстреливать его в задницу, ребят. В пятую точку. Иди сюда. Щит тебе не поможет. Все-таки это, ребята, АК-12. Будем обстреливать, ребята, их по полной программе. Так, 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 не-не-не. Че, струсил, да? Трусишка, зайка, серенький. Волочок. Он, ребят, переключился на меня. Тебе на него. Черт! Ненавижу этого мультика-то, или как его там, этого. Котейку. Короче, погнали, ребят. Нам туда, ребят, я уверен. У меня все хорошо, ребят, с координацией. Да, нам сюда. И где-то вот тут должен быть городок. Вот здесь. Говорю же, у меня, ребят, с координацией здесь все. Чики-пуки. Пуки-чики. Двухстволку. Это. Там, ребят, кажи, все то же самое. Да. И вот это. Я пошел. Берем, ребят, двухстволку. И побежали. Сейчас, ребят, я точно определю с координацией. Где-то вот в этой стороне, ребят, находится самолетка. Короче, видим наверху, ребят, голову с Айронмена. И идем туда. Ладно, ребят, я дойду и вернусь. Ребят, вон там, видите, мультикот. Он сейчас ее убьет. Не, мне плевать, я как без разницы.